Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Dugi S60 сделать сброс заводским настройкам, то есть провести операцию Factory Reset. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел Система, Сброс и выбираем последнюю опцию «Сбросить заводским настройкам». Затем нажимаем «Сбросить настройки телефона» и «Стереть все». И после этого телефон будет перезагружен в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!